We've talked about forgiving other people. Мы говорили уже с вами о прощении других людей. We talked about forgiving God. Говорили о прощении Бога. But there's one more person that we've got to forgive. Осталась одна личность, которую нужно простить. Anybody have any idea who that might be? They say themselves. Yourself. Да, себя нужно еще простить, правильно? You will never be as spiritually healthy as you need to be. Вы не сможете быть духовно здоровым человеком, как это нужно. Until you have learned how to forgive others. Пока не научитесь прощать других. Forgive God. Прощать Бога. And forgive yourself. И прощать себя. What happens to cause us to be aggravated with ourselves? Frustrated with ourselves. Что заставляет нас обижаться на самих себя или разочаровываться в себе? Well, what causes us to even say, I could never forgive myself? Что даже может нас заставлять? Я никогда не могу себя простить. It happens when we've done something that we said we would never ever do. Это происходит, например, тогда, когда мы делаем что-то, что мы себе обещали никогда не сделаем. Have you ever made a statement like that? Было ли когда-то у вас такое? I would never do that. Я никогда этого не сделаю. Sometimes we make it out of a kind of an arrogance and a pride. Иногда мы говорим это из чувства гордости. Other people might do that. Другие так сделают. But I would never do that. Но я точно никогда так не поступлю. And we boast about it. И мы хвалимся этим. Until one day we do the very same thing. Пока не наступает один прекрасный день, когда мы совершаем то же самое. And then we can't believe. И потом мы не можем поверить, что мы натворили. We have so let ourselves down. Мы так сильно упали в своих глазах. It just takes a long time to even believe we did what we did. Даже требуется время, чтобы мы поверили, что это действительно с нами произошло. And we just can't seem to be able to forgive ourselves. И нам кажется, что мы не можем себя простить. We can't believe we were capable of doing what we did. Мы даже не можем поверить, что мы были способны на это. Because we thought we were better than that. Потому что мы думали, что мы лучше этого. Right? Правильно? I'm a better person than that. Я лучше, я хороший человек, я не опущусь до такого уровня. We have let ourselves down. Но мы подвели себя. Or we committed one of the big sins. Или же в наших глазах мы совершили один из больших грехов. Right? Да. Everybody's got their list. У каждого свой список. We're okay with certain sins because everybody does that. Ну, нормально, если мы совершаем такой небольшой But грех, there's потому a что few все, biggies. Все такое делают, но есть большие грехи. In fact, we even think if you commit a biggie, you're going to hell. И даже мы верим в то, что если мы совершим какой-то большой грех, мы попадем в ад. And so we think there's no way that I would ever commit a big sin. Поэтому нам кажется, что никогда мы не совершим этот плохой грех. Или большой грех. And so when we do, we feel disqualified. Но когда мы согрешаем этим большим грехом, мы чувствуем, что мы все, мы не попадаем, мы не соответствуем Божьему стандарту. Because we've said a good believer in God might have a little trouble with gossip now and then. Потому что мы всегда верили, что хороший верующий, конечно, у него могут быть какие-то проблемы со сплетнями, скажем. They might tell a white lie now and then. Может быть, чуть-чуть солгать или приукрасить что-то. They might get angry with their mom and dad now and then. Обидеться или разозлиться на маму и папу. They might smack their little brother upside the head now. Может даже шлепнуть брата по голове. But a good person that walks with God would never, ever do these other things. Но хороший верующий никогда в жизни не совершит этот ужасный грех. And we just can't believe. И мы не можем себе представить, что мы были способны совершить именно это. Потому что хорошие люди живут вот так, а плохие вот так. Тогда это значит, что я теперь плохой, раз я сделал это.
See, that's not very easy to handle, especially if you've been raised in a good godly home. С этим не так просто разобраться, особенно если выросли в атмосфере богобоязненности. Especially if you've been taught right from wrong since you were little. Если вас учили, что хорошо, что плохо с самого детства. Especially if you fell in love with God and Jesus even when you were young. Особенно если вы влюбились в Господа, когда вы были еще совсем юны. You lived a life different than those other people. И вы жили другой жизнью, чем те остальные люди. And yet, as noble as that is, there's a little bit of self-righteousness and pride in our thinking. И в нашем мышлении появляется такая гордость и самоправедность. Because I'm better than that. Потому что я лучше, чем это или эти люди. And it devastates us. Это опустошает нас. What happens is we even conclude that God probably doesn't love us anymore. Это заставляет даже нас приходить к выводу, что Бог нас больше не любит. We really begin to doubt it. Мы на самом деле начинаем сомневаться в этом. Because we use our mind to reason. Потому что мы начинаем пользоваться своим разумом или мышлением. We just think if somebody does what I did, there's no way God could love them. Потому что мы считаем, что и когда люди делают то, что сейчас совершил я, то and Бог I, не любит их. It, so he can't love me. А теперь я сделал то же самое, значит, Бог не может любить меня. И поэтому мы пытаемся загладить вину, совершая хорошие поступки. Maybe somehow I can erase the wrong. Ну, может быть, я чем-то могу загладить этот плохой but поступок. Still it's in us, and we're still aware of what we did. Но это все еще остается в нас, и мы понимаем, мы помним, что мы сделали. And then if that's not enough, если этого недостаточно, we end up doing it again. Мы еще раз поступаем так же. And now, и теперь уже, we're the scum of the earth. Все, мы самое большое ничтожество на земле. I did it once, and I repented, and I cried, and I said I'd never do it again. Я совершил грех, но я покаялся, я плакал, я сказал, что больше никогда этого не сделаю. My word must not be worth anything because I've just gone and I've done it again. Мое слово значит ничего не значит, если я совершил опять то же самое. God really can't love me now. Теперь Бог меня уж точно не может любить. No real child of God would have done what I did. Ни один ребенок Божий не совершит то, что сделал я. And we even begin to question whether we're even saved. И тогда мы даже начинаем задаваться вопросом, получили ли мы спасение. I can't be saved. Я, получается, не спасенный, saved раз я так совершил. Wouldn't have done that. Спасенный человек никогда бы не And сделал это. And all of a sudden we get this truckload of guilt that just falls on us. И внезапно вся вина падает на нас. Shame. Стыд. And when we feel that way, you know what we do? И когда мы чувствуем себя таким образом, знаете, что мы делаем? We withdraw. Мы отступаем. We back off. Мы отходим. We think we're not good enough now to be part of the congregation. Мы считаем, что теперь мы уже недостойны быть частью общины. We're not good enough now to be used of God. Мы недостойны быть использованы Богом. We're not good enough now to even worship God. Мы недостойны поклоняться Богу. How can I worship God when Как я могу поклоняться после того, что я сделал? And all of a sudden it happens to godly people where they get filled with guilt and shame to the point that they just totally withdraw. И получается, что в итоге люди, которые следовали за Господом, из-за всего этого стыда и вины, они просто отступают от Бога. I've even seen them withdraw to the point where they even quit going to church. Я видел, что люди доходили до того момента, что они даже переставали ходить в церковь. Because they can't handle the guilt and the shame that they feel. Потому что они не могли выдержать ту вину и стыд, которая была на них. Some believers even think they've committed the unpardonable sin. Некоторые верующие приходят к выводу, что они совершили непростительный грех. We could ask for a show of hands. We could ask for a show of hands. Мы можем попросить, чтобы подняли руки, конечно. There's a good chance at some point every one of us has thought we may have committed the Потому unpardonable что, sin. У каждого возможно, была такая ситуация, когда человек думал, что все, он совершил непростительный грех. But I've got some good news for you. Но у меня хорошие новости для вас. If you had,
если вы даже так думали или согрешили, you wouldn't be concerned about it. You wouldn't care. Если бы вы действительно были тем грешником, то вам было бы все равно. Because the unpardonable sin is someone who has totally rejected God. Потому что непростительный грех, totally rejected the conviction of His Holy Spirit. Связанный с тем, что человек полностью отрекается от Бога, отрекается от всякого действия Духа Святого. They're living for themselves. They could care less what God thinks. И таким людям все равно совершенно, что Бог делает. So the very fact that you're plagued with guilt and shame, но даже тот факт, что вы ощущаете стыд и вину, that you're broken over your sin, что вы сокрушаетесь из-за своего греха, is proof in and of itself you've not committed the unpardonable sin. Это само по себе доказательство, что вы еще не совершили этот непростительный грех. Okay, so what do we do? Что же нам делать? Well, we've got to start by realizing, and this is a little tough. И это довольно-таки серьезное задание. Нам нужно начать осознавать. We've got to realize that every one of us, что каждый из нас, is just as much of a sinner as anyone else. Является таким же грешником, как и любой другой человек. We're all capable of sin. Мы все способны на грех. And of gross sin. И на большой грех. The Bible says that the heart of the natural man is wicked. Писание говорит, что сердце человека весьма испорчено. In fact, the Bible says that this is God speaking. И Бог говорит вот что в Писании. Saying there is no one that is good. Что нет ни одного праведника. He says no, not one. Ни одного. But each of us we turn to our own wicked ways. Но каждый из нас обратился на свой путь. I remember the first time I read that scripture. Я помню, как первый раз прочитал это местописание. I was a little upset about it. Я был расстроен из-за этого. Because see, I was raised in church. Потому что я вырос в церкви. I mean, I was a good kid. Я был хорошим ребенком. And God's telling me that I'm not good. А Бог говорит мне, что я не хорош. But the truth is, I'm not. Но правда в том, что так и есть. I was born in sin, just like everybody else. Я рожден с грехом, так же как и каждый из нас. We inherited the sin of Adam. Мы унаследовали грех Адама. I had just been raised and taught differently. Просто меня воспитывали и растили по-другому, чем остальные. But my heart was just as selfish as anybody else's heart. Но мое сердце было такое же эгоистичное, как сердце любого другого человека. And my flesh cried out to be pleased, just like anybody else's flesh. И моя плоть, она хотела быть удовлетворена, как и любого другого человека. The same ability to hate someone who hated me. У меня та же самая была возможность ненавидеть других, как ненавидели меня. I had the same anger that could swell up in me. У меня появлялся та же самая злость внутри. We are all sinful people. Все мы грешные люди. But the good news is this. Но хорошая новость вот в чем. That's why Jesus came. И поэтому Иешуа пришел. See, if I was good enough on my own, I would have never needed Jesus. Если бы я был сам по себе хорошим, я не нуждался бы в Иешуа. If I could live righteously by myself, then wouldn't need a savior. Если бы я сам был праведником, мне не нужен был бы спаситель. But the truth is, we all need a savior. Правда в том, что каждому из нас нужен спаситель. I'm a sinner. Я грешник. My heart's wicked. Мое сердце испорчено и лукаво. I need to be saved. Я нуждаюсь в спасении. And Jesus died for sinners. И Иешуа умер за грешников. He shed his blood for each one of us. Он пролил кровь за каждого из нас. And righteousness is not what we do, but righteousness is a gift that He gives to us. И праведность это не то, что мы делаем, а праведность это тот дар, который Он нам дал. So that my standing before God is not based on my performance. И поэтому мое стояние пред Богом не основано на моих делах. My standing before God is that I've received the gift of Jesus' righteousness. То, что я стою перед Богом, основано на том, что я получил дар праведности от Иешуа. And I stand alone in His righteousness before God. И я стою в Его праведности. God looks at the righteousness of Jesus, Господь смотрит на праведность Иешуа, and He imputes it to me. И вкладывает ее в меня. I'm covered in Him. Я сокрыт в нем. Not me. Не в себе. I was talking with Creel earlier this week. Мы с Кириллом общались на этой неделе. And he said, when you looked at the history of the Jewish people under the Old Covenant,
И мы говорили о том, что когда смотришь на историю еврейского народа в Танахе, obviously the scripture shows that many of them kind of would be selfish and do their own thing. Писание говорит, что многие из этих людей, они были эгоистичны и совершали, делали, что хотели. They were capable of committing sins. Они грешили. There were none of them that were perfect. Никто из них не был идеален. But that they understood that their righteousness from God. Но они понимали, что их праведность от Бога. Came because by faith they believed. Она приходила, потому что по вере они верили. That on that day of atonement. Что в этот в день искупления. If the priest did what God told them to do. Когда священник совершал то, что Бог им сказал. If they shed the blood of the bulls and the goats. Когда они приносили в жертву кровь агнцев и кровь быков. If they took the blood into the holy of holies. И вносили эту кровь в святое святых. If they laid hands on the goat and spoke the sins of the people onto the goat. И когда они возлагали руки и произносили все грехи над козлом отпущения. And led the goat out of the camp. И высылали этого козла из стана. To illustrate that God was removing them their sins from them. Как образ того, что Господь убирает их грех. And if they would just believe that by faith. Если они верили это в это. God declared them righteous. Господь провозглашал их праведными. Were they very righteous in their living? Были ли они праведны в своей жизни постоянно? Not at all. Нет. But were they righteous? Но были ли они праведны в его глазах? Yes, because God gave them righteousness according to their faith. Да, потому что Бог давал им эту праведность на основании веры. Was Abraham righteous because of what he did or didn't do? Был ли Авраам праведен на основании своих дел или отсутствия каких-то поступков? No. Нет. As good as Abraham was, didn't he have a problem or two? Разве у Авраама не было проблем? One of his problems sticks out in Scripture, doesn't it? Одна из его проблем явно в Писании. You familiar with it? Знакомы с этой проблемой? What was one of his problems we see in Scripture? Какова одна из его проблем в Писании? With his wife, he was lying. He lied. Он солгал, сказав, что это его сестра. A couple of times, right? Причем два раза. Was it a family thing? Было ли это семейным у них? Because Isaac lied too. Ицхак точно так же солгал о своей. The same lie, actually, right? То же самое сказал. What about Jacob? А Яков? His name meant liar. Его имя даже переводилось как trickster, deceiver. Обманщик. Were these perfect men? Были ли они идеальными и совершенными людьми? Not at all. Нет. But God credited them righteousness. Но Господь дал им праведность. Because they believed him by faith. Потому что они поверили ему. Same way for you and me. То же самое со мной и вами. We're going to mess up. Каждый из нас оступается и грешит. But our righteousness doesn't come by our performance. Но праведность наша не основана на наших делах. It comes to us through the grace of God. Мы получаем ее благодаря Божьей благодати. According to our faith. По вере. You see, God didn't choose me because I was better than everybody else. Бог не избрал меня, потому что я был лучше других. He didn't choose you because you were better. И то же самое не избрал вас, потому что вы были лучше. We all are in need of a savior. Все мы нуждаемся в спасителе. Jesus became that savior for us. Иешуа стал этим спасителем для нас. And he completely forgives. И он прощает нас совершенно. I don't care what you've done. Мне все равно, что вы натворили. I don't care how hard it is for you to believe what you've done. Мне все равно, как вам сложно поверить в то, что вы сделали. It doesn't matter how black the deed. Не важно, насколько серьезным поступок. He promises. Он обещает. And actually begs us to come to him. И умоляет нас, чтобы мы пришли к нему. In fact, through the prophet Isaiah, he says, "Come and let's reason together." В Исаии он говорит: "Придите и давайте судиться." Though your sins be as scarlet, и если ваши
Грехи будут темными. They can be as white as snow. Я убелю их как снег. Though they be red like crimson. Если они будут грязными, they can be as wool. Они станут как волна. God's the one who initiated that conversation. Бог является инициатором этого разговора. Hey, you sinful child, come here. Иди ко мне, мое грешное дитя. I know what you've done. Я знаю, что ты сделал. But I can take that red blot. Но я могу это красное пятно взять. And I can wash it and remove it from you. И вымыть его совершенно. And I can make you as white as snow before me. И сделать тебя белым как снег передо мной. Isaiah 1:18. We have the New Testament promise in 1 John 1:9. В первом Иоанна 1:9 мы также имеем обещание Нового Завета. If I confess my sin, если я исповедую свой грех, He is faithful and just. Он, будучи верен и праведен, and will forgive me my sin. Очистит меня от всякого греха. And cleanse me from all unrighteousness. И простит мне его. 1 John 1:9. Первое Иоанна 1:9. Every believer needs to memorize that scripture. Каждый верующий должен запомнить это место. Psalm 103. Псалом 102. Verses 1 and 2 and 3. С первого по третий стих. Bless the Lord, O my soul. Благослови душа моя Господа. Forget not his benefits. И не забывай всех благодеяний его. He heals all my diseases. Он исцеляет меня от всех немощей моих. And he what? И что дальше? Forgives. Forgives what? Every sin. Every. All. My sin. И прощает все грехи мои. Yeah, I know you forgive these little ones. Я знаю, что ты прощаешь эти маленькие, но как насчет вот этих больших грехов, Боже? All. Все грехи. My sin. Прощает. All of them. Все. All of them. Now you know the wonderful thing about living today. И знаете, какая замечательная вещь в том, что мы живем сегодня? Is that the price that's paid for our sins is not a price that's being paid in the future. The price that Jesus paid for our sins is not a price he's going to pay in the future. Isn't it? It's not a price he's going to pay in the future. То, что та цена, которую он заплатил за наши грехи сейчас, I don't get it. We don't have to wait for Jesus to pay that price. Иешуа уже заплатил за нас цену, поэтому нам не нужно ждать, что он снова будет платить цену за наши будущие грехи. He's already paid it in the past. Все уже оплачено в прошлом. Before you and I were even born. Еще до нашего рождения. Jesus, knowing all things, knew that when he died for us. Иешуа, зная все, он знал, что когда он умрет за нас. That we were yet to live and yet to sin. И что мы будем жить, мы родимся на свет, будем жить и грешить. In advance of the sins that we were going to commit. Поэтому он простил нас наперед за все грехи, которые мы должны были простить. The Bible says God demonstrates even right now His love for us. И Писание говорит, что таким образом Бог продемонстрировал свою любовь к нам. In the fact that even while we were sinners, что пока мы еще были грешниками, before we even trusted in Him, еще до того, как мы доверились ему, He died for us. Он умер за нас. See, Jesus paid the price. Иешуа заплатил цену. For all. Of our sins. За все наши грехи. The Bible says that there's no other price that can be paid or needs to be paid. И Писание говорит, что никакую другую цену не нужно больше платить. Jesus paid it all. Иешуа заплатил все. The Hebrew writer says it this way. Автор послания к евреям говорит так. Once for all. Однажды и за всех. In other words, we don't have now annual day of atonement where the high priest goes in. Другими словами, мы не нуждаемся в новом в очередном дне искупления или в Йом-Кипуре. And sacrifices blood of bulls and goats. Чтобы первосвященник входил в святое святых и приносил кровь тельцов и агнцев. Jesus, the one and only Lamb of God. Иешуа, единственный агнец Божий. Went into the Holy of Holies one time. Вошел в святое святых однажды. And shed his blood. И пролил свою кровь. For all people. За всех людей. And we receive it. И мы принимаем это. By faith. Верой. If I confess my sin. Если я исповедую свой грех. He's faithful. Он верен. And he's just. И справедлив. To forgive me of all my sin. Простить мне все мои грехи. And I have to receive that by faith. И я должен принять это верой. Let's just bow your head and close your eyes for just a moment. Давайте склоним головы и помолимся. Закроем глаза и помолимся. God loves you with an unconditional love. Потому что Бог любит вас
безусловной любовью. That means he loves you not because of what you do or not do, it's just because of who you are. Это значит, что он любит вас не за то, что вы сделали или не сделали, а он любит вас за то, кем вы есть. And the apostle Paul says there's nothing we can do to separate us from his love. Апостол Павел говорит, что ничто нас не может отлучить от его любви. Jesus paid the price for all of your sins. Иешуа заплатил цену за все наши грехи. And so we have the promise. Поэтому мы имеем обещание. That if we repent of our sins. Что если мы каемся в своих грехах. God will completely and thoroughly forgive us. Господь совершенно простит нас. And if God forgives us. Если Бог прощает нас. Who are we to hold a grudge against ourselves? Тогда кто мы, чтобы оставаться в этой обиде и непрощении к себе. If God forgives us, если Бог прощает нас, who are we to judge ourselves? Кто мы, чтобы судить самих себя? At that point, God has declared us not guilty. В этот момент Господь объявил нас невиновными. Who are we to declare ourselves guilty? Кто мы, чтобы дальше говорить, что мы виноваты? It's an act of unbelief, actually. Тогда получается, что мы действуем на основании неверия. Saying, I just can't accept that I'm forgiven. Если мы говорим, что мы не можем принять то, что мы прощены. But we have no other place to go. Но нам некуда больше идти. You have no other hope. У нас нет никакой надежды. If my sins aren't taken care of by Jesus, then there's nothing that can take care of my sins. Если я не верю, что Иешуа позаботился о моих грехах, тогда ничто другое не может забрать мои грехи. I want to ask you if you've just been under any kind of guilt or shame because of a sin. Если вы находились под чувством вины или стыда из-за какого-то греха. Would you just take that in like a picture form, just take your sin and would you just hand it to God? Просто увидьте это в своем воображении как какой-то предмет и отдайте это Богу. Take it off of your shoulders. Снимите это со своих плеч и отдайте Богу. Позвольте Богу это поместить на крест, где с этим грехом покончено. And then watch God remove it from you. И посмотрите, как Господь убирает это от вас. As far as the east is from the west. Что Он удалил это от вас так же далеко, как восток от запада. Thank God for His forgiveness. Поблагодарите Бога за Его прощение. Thank Him for His grace. За Его благодать. And then receive the power of the blood of Jesus. Примите силу крови Иешуа. To wash you and cleanse you completely. Чтобы омыть вас и очистить вас совершенно. And now, would you just forgive yourself? И простите себя. Let it go. Отпустите это. Let it go. Отпустите. God does not love you any less. Бог не любит вас меньше. Let it go. Отпустите. God doesn't receive you based on your performance. Господь не принимает вас на основании ваших поступков. He receives you based on the person of His Son Jesus. Он принимает вас на основании личности Иешуа, которая живет внутри вас. And let the God of all creation. Позвольте Богу всего творения. Wrap His big daddy arms around you and draw you to Himself. Обнять вас своими отцовскими руками и прижать к себе. And let him kiss you on the neck and on the cheek. Позвольте ему поцеловать вас в шею, в щеку. And say to you, you are my child. И сказать вам, ты мой любимый ребенок. And I love you with all of my being. Я люблю тебя всем своим естеством. Now, Father, I thank you for your amazing grace. Отец, я благодарю тебя за твою удивительную благодать. I thank you that your grace is greater than all of our sin. Спасибо, что благодать твоя больше, чем всякий наш грех. And I thank you that the blood of Jesus is enough. Я благодарен тебе, что крови Иешуа достаточно. I thank you, Lord, that it washes and it cleanses.
Спасибо, что она очищает нас и омывает нас. And I thank you that because of what Jesus has done for us. Благодарю тебя за то, что Иисус сделал для нас. Our sin is forgiven. И на основании этого наши грехи прощены. Our sin is removed. Наш грех убран. And you choose to remember it no more. И ты выбираешь не помнить этого больше. Give us your grace. Дай нам твою благодать. To receive and accept that truth. Принять эту истину. By faith. Верой. And release ourselves. И помоги нам освободиться. From guilt and shame. От вины и стыда. That we've placed on ourselves. Которые мы одели на себя. We pray in Jesus' name. Мы молимся во имя Иисуса. Amen. Amen. Can somebody say hallelujah? Может кто-то сказать аллилуйя? All right, just give the Lord a big clap of praise. Прославьте Господа. Thank you, God. Спасибо тебе, Господь. Hallelujah. Аллилуйя. Well,